нормально. Ну, более или менее. Он тоже как бы близко, но вот он вообще вот так ехал. Просто. Нет, это не два, это миллиона пять стоит. Вот та, что обогнала, она удлиненная. У него покраска дороже, чем наша машина. Я, это мне тоже, это сейчас скажу, это я подружка говорит, такая ездит, значит, на Range Rover, такая, говорит, начинает всех обсирать. Вот, там нам она купят, я говорю, ну только я говорю, они, говорю, лезут, я говорю, ко мне, говорю, то же самое, я говорю, полмашины 2 миллиона стоит. Машина 100 стоит, я не хочу ее там красить, не красить. Я говорю, у нас фара стоит не столько, сколько у них. Я говорю, куда они лезут, дурачки вообще? Зачем? Она вообще их будет считать солидными людьми на такой машине. Как серьезный человек может быть неадекватным.